Здравствуйте. На Новороссия ТВ экстренный выпуск новостей. Несмотря на подписанное в Минске мирное соглашение, украинские войска продолжают обстреливать Донецк. Наши корреспонденты оказались под обстрелом. С места событий Маргарита Миронюк. Сегодня наша съемочная команда вместе с лидерами объединения «Донецкая республика» должна была посетить социально значимые объекты Донецка. Во время отчета начальника управления ЖКХ взрывной волной выбило стекла в актовом зале «Донецк Гортеплосети», где проходило мероприятие. Зал был наполнен работниками ЖКХ и представителями СМИ. Все упали на пол, чтобы уберечься от возможной второй волны. Какие на поле стратонавтов? Чей-то телефон? Все выходят из помещения. Все упали. Попадание было по стеклам, стекол нет. Все упали на пол, ползком вышли из зала. Снимай. Идите за мной. Естественно, что прервано всяческое заседание, пресс-конференция. Антон! Меня Рита зовут, я в пальто. Блин, то, что там был без. На самом деле трусятся руки и ноги, потому что такого не ожидал никто. Держите ваш телефон. Спасибо большое. Все ползком выбрались из зала. Вот у меня в руках чей-то рюкзак. Женщина только что забрала телефон, потому что хватали все, кто что мог. Сейчас все в рассыпную, журналисты побежали в укрытие скрываться кто куда. Чей рюкзак? Я не знаю. Мы в задней части, возле задней части здания. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Выбиты окна на первом этаже, выбиты окна на верхних этажах. Скорее всего, выбиты осколками. Сейчас мы попробуем пройти внутрь и посмотреть, что там. Сейчас нам опять открывают дверь актового зала. Мы хотим посмотреть все-таки, что тут было. Вот здесь выбито окно. Посмотрите, осколки до сих пор лежат. Были в срочном порядке эвакуированы все присутствующие на пресс-конференции. Вот выбито одно окно, и рядом есть повреждение соседнего. Слава Богу, без жертв, без пострадавших. В связи с этими событиями все запланированные на сегодня встречи представителей общественного объединения «Донецкая республика» были отменены. Маргарита Миронюк, Тарас Мирный, целые невредимые, специально для «Новороссия ТВ».